Всем большой привет, дорогие зрители! И в сегодняшнем видео мы будем тренироваться работать на планшете. В следующих своих видео, кому интересно, напишите в комментариях, я сниму обзор планшета, да, то есть как просто. Ну и сегодня будем, скажем так, привыкать к нему, потому что где-то я уже говорила, что если у вас есть планшет, то желательно, конечно, работать на нем, скажем так, привыкнуть к его работе, да, потому что изначально это, возможно, будет непривычно и усложнять, наоборот, работу. Поэтому я буду привыкать, рисуя, как бы, ну, вот такие простые работы. Кстати, да, рисовать мы будем сегодня восточное божество. Где-то я уже рассказывала, что, в принципе, для стокера очень важно быть, ну, как это сказать, открытым, да, всему новому, ну, и просто, скажем так, изучать все больше и больше, да, то есть чем больше вы, скажем так, знаете, да, тем более большой у вас выбор, что рисовать, ну и так далее. Не знаю, насколько получилось лучше, но в принципе нормально. Итак, сегодня мы просто нарисуем карандашом, отточим, да, навык работы на планшете. Я ни в коем случае не претендую на какие-то художественные знания, да, на прям супер-пупер. Но, тем не менее, для практики, да, мне кажется, получилось весьма-весьма неплохо. Итак, всем, кому интересно, добро пожаловать к видео и приятного просмотра. Итак, давайте попробуем выбрать какую-нибудь кисть. И просто обведем нашего Ганеша с ног до головы. То есть моя сейчас задача не делать закрытый объект, да, а просто, скажем так, по контуру его обвести и посмотреть, что из этого всего получится.